Всем привет, друзья, товарищи! Сегодня, как обещал, рассказываю результаты нашей инкубации. Инкубировали мы, как вы помните, яйцо хайбрид конвертера, да, кто следит за сюжетом нашей инкубации. Яйцо было приобретено у проверенного поставщика, то есть сомнений никаких. Кросс канадский был, просто они бывают канадские и французские. В этот раз у нас было канадское яйцо индюка тяжелого кросса хайбрид конвертер. В количестве 80 штук. Заложили мы яйцо в два инкубатора, было это в последний день февраля, и у нас как бы такой облегченный был по этому поводу подсчет, то есть 28 марта они должны были все вылупиться, то есть мы на эту дату как бы и шли. По результатам двух овоскопирований, опять же, кто помнит, да, у нас осталось 61 яйцо, то есть часть мы отбраковали как неоплод, это было, по-моему, даже одно всего яйцо из партии, остальное это были какие-то болтуны, которые остановились в развитии, не пошло что-то у них, вот. И, в принципе, 61 потенциально такое здоровое, нормальное яйцо мы оставили для того, чтобы его инкубировать дальше, до победного конца. В принципе, все шло гладко, хорошо. Единственное, что нас насторожило сразу же, то, что яйца индюшата начали лупиться на трое суток раньше. Мы какой-никакой опыт по птицеводству имеем, примерно 10 лет, да, и, как правило, вот такой вот вывод, он ничего хорошего не предвещает. Первый индюшонок начал лупиться за трое суток до 28-го, то есть он 25-го уже у нас полез. И вот этот вывод у нас такой растянулся аж, наверное, на 2,5 суток. Растянутый был вывод. Кое-каким мы индюшатам помогали, какие-то довольно бодро выбирали сами. Ну как помогали, если видишь, что уже крышечка почти вскрыта, просто его оттуда вытряхиваешь и достаешь так, чтобы там сознательно расковыривать какого-то засохшего индюшонка, а мы таким не занимались. Вот. Дали шанс всем. Получилось в районе 50 индюшат. С 61 яйца около 50 индюшат у нас вылупилось, но часть мы сразу отдали коту. То есть это были какие-то вертолеты, какие-то непонятные такие перевертыши, которые все время падали на спину, и что-то с ними явно было не то. Вот такая вот картинка здесь. Видите, есть яйца, которые готовятся выйти, а есть вот такие вот ребята бодрые. Есть вполне уже высохшие, некоторым уже сутки примерно. И уже вот сейчас самая пора переводить их в брудер. Первым делом отключаем инкубатор. Чик, обесточили. Тишина. Открываем и оперативненько самых сухих, самых таких уже бодрых, подсохших берем и переводим на следующий этап. Чуть-чуть, может быть, недосохший там где-то голова, шея, но это уже мелочи. В брудере, да, с тепловым вентилятором они подсохнут довольно быстро. Вот такую первую партию набрали. Сразу считаем, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Более-менее сухих. Так. Иди сюда, пескун. Все, я думаю, на этом все. Хотя нет, тут еще вот этот есть. Загоношился. Раз, два. Но остальные ребята, наверное, еще подсохнут пусть. Все, тут же восстанавливаю, включаю. А эти ребята уже поедут со мной сейчас в брудер. Так, вот мы в нашей котельной, она же теперь брудырня. Я отключаю нагрев. Благо у нас система раздельная, позволяет это сделать. И буду этих ребят уже пересаживать сюда, в подогретый брудер. Так, раз, два, три, пять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот первые 16 штучек заселились сюда. Сейчас я включу подогрев
И на этом как бы все. Пусть отдыхают. Закрываем. Включаем. А дальше дело за автоматикой. То есть вот 28,9 у нас тыл немножко. Сейчас будет нагнетать до 31,5 градуса. Потом отключится и так по циклу будет гонять. 31 градус. Ну, я думаю, что им сейчас тепло будет. И через какое-то время, там денька 3, мы можем понизить на градус. И так вот через определенный промежуток времени будем немножко понижать, пока не доведем до комнатной температуры. Здесь, кстати, все прогрелось. Я выкрутил радиатор отопления на пятерочку, на максимум, в результате чего у нас здесь температура поднялась до 19 с лишним градусов, почти 20. Вот два датчика стоят, один 20,7 показывает, другой 19,3. Ну, то есть около 20 градусов, тепло здесь, комфортно. И то есть брудер стоит у нас практически в таком теплом отапливаемом помещении. Условия тепличные, мечта поэта. Вот, ну, в принципе, все. Сейчас ждем вывода остальных, чтобы уже, как говорится, подвести итоги. И там будет видно. Итого у нас в брудере сегодня сидит 46 индюшат. Первая кормежка будет сейчас травкой. Настригли лучка. Вообще мы лучок не очень одобряем, но ввиду того, что одуванчиков на улице нету. Пока нету, да. Сегодня у нас будет лучок. Посмотрим на реакцию. Первые лучки уже появились в клювах. Ой, у кого? Малявки еще не уверенно держатся на ногах. И не знаем, заинтересует их это или нет. Колечки довольно крупно настрижены. Ну, так вот поклевывают. Интерес есть. Из них, конечно, еще есть несколько особей, которые так под подозрением, под наблюдением, скажем так. Периодически мы так поднимаем крышку, заглядываем, проверяем, как они там себя чувствуют. Потому что они то на спину завалятся, то вот с лапками как-то. Это вроде бы и не вертолет, но и как бы сильно здоровым индюшонком его не назовешь. То есть они под наблюдением. Допуская, что еще пяток особей может у нас за эту неделю-две отойти. Это, кстати, повод для того, чтобы не покупать суточных индюшат. Вот некоторые, а сколько стоит суточный, а вот где купить суточных? Суточных я брать по-прежнему не рекомендую. То есть, как минимум, это должны быть недельные индюшата, а еще лучше двухнедельные. Вот за этот период, как правило, все более-менее здоровые особи, они крепнут и набирают массу, а все, которые больные, хромые, кривые, они, как правило, в это время отходят. Вот, то есть, вот неделя-две – это оптимальный срок для приобретения индюшат. Вы, конечно, переплатите, но это будет окуплено тем, что у вас будет, по крайней мере, здоровое стадо. Но это так, вставочка, ремарочка. Почему такой низкий, казалось бы, да, вывод? Из 80 яиц получилось всего 46, еще, может быть, 5-6 могут отойти. То есть, того 50% получается, да? Как-то неадекватно. Хотя все хорошо было, и поставщик проверенный. Я в этом вижу две причины. Первая причина – это то, что я что-то так, наверное, сильно мнительно отнесся, опять решил освежить в памяти инкубацию. Каждый год это делаю, периодически так посматриваю, чтобы быть в тонусе, да, и чтобы какие-то, может быть, там новые веяния, новые наблюдения увидеть. Решил проверить, так сказать, откалибровать термометр нашего инкубатора ОВА-78 по своему старому вот этому самому термометру, с которым мы инкубировали несколько лет на инкубаторе «Золушка» пенопластовом. И получилось, что якобы инкубатор ОВА не догревает на 0,3, вот судя по этому термометру. Естественно, я эти 0,3 поддал вверх, вот, и по факту у нас получился на самом деле перегрев. То есть с термометром
инкубатора. На самом деле все нормально было. Я вот зачем-то поддал, доверившись вот этому термометру. Это первая причина. И вторая причина была то, что мы как-то так в этот раз халатно отнеслись к охлаждению яиц. То есть мы их почти не проветривали, не охлаждали. Ну, то есть мы их доставали несколько раз сделать такую рокировочку. Знаете, в инкубаторе не все зоны равномерно прогреваются. То есть есть где-то похолоднее, где-то потеплее. Да? Для того, чтобы яйцо более-менее равномерно прогревалось, мы периодически, по крайней мере, с Сура-20 мы этот фокус сделали путем переворачивания платформы. А в О-88 мы доставали несколько раз и перекладывали яйца с места на место. Ну, как бы процедура занимала минут 15, и как бы, ну, мы считали, что за это время все как бы охладится, остынет, но не учитывали, наверное, и массу яйца, ну и как-то не часто, скажем так, это делали. Понадеявшись, что инкубатор, он такой насквозь как бы продувается, то есть там вентиляцию мы нигде ничего не закрывали, вентиляция шла постоянно весь период инкубации, мы как-то решили, что, наверное, этого будет достаточно. Но, видите, оказалось недостаточно, то есть мы поимели 11 задохликов, которые просто пришлось выкинуть, то есть это был полноценный такой эмбрион, видно, что вот он занимает там 2/3 в яйце, воздушная камера, все, но вот он раз и остановился. И как бы видно, что он такой синюшный, явно ему не хватало кислорода. То есть все-таки вот заэкспериментировали, скажем так, может быть, излишне как бы посамонадеялись и, в общем-то, получили закономерный результат. То есть налицо был явный перегрев. Перегрев, как мы, по каким признакам определили? Во-первых, ранний наклев, аж за 3 суток раньше пошли клеваться. Второе, цвет скорлупы внутри, он, как правило, такой кроваво-розовый получается. Вот это тоже один из признаков. Ну и третье, вот задохлики. Ну, из 61 яйца 11 задохликов, которые при почти нормальном развитии так и не смогли выйти. То есть даже наклевов мы не увидели. Вот. Ну, поначалу, естественно, мы расстроились, да, но потом как-то так проанализировали, прикинули, установили причину, да, и решили, что, ну, ладно, время еще есть, попытаемся вытянуть, исправить ситуацию. То есть мы в интернет сразу кинулись, нашли поставщика по яйцу чуть ближе, чем мы, ну, закупали раньше. То же самое яйцо канадского кросса, хайбрида. И купили еще 40 яичек. То есть у нас инкубатор простаивал ровно сутки. Сейчас уже туда заложили яйцо. Сейчас он нагревается у нас. Поднимает температуру потихоньку. И, в общем, через 28 дней, надеемся, да, с учетом всех наших ошибок, уже с корректировкой, через 28 дней мы надеемся увидеть, ну хотя бы 30 еще индюшат. Кстати, по поводу инкубатора. У нас О-88, и у него с завода шел такой маленький недочетик. Вентилятор испарителя, он не разъемный был. То есть его, чтобы помыть инкубатор, невозможно было оттуда вытащить. Он был привязан шнуром. Ну, то есть можно было вытащить, но очень это все затратно, как-то неудобно сделано было. В дальнейшем, надо сказать, производитель устранил этот недочетик и сделал разъемное соединение. Но, тем не менее, у кого старого образца еще О-88, я рекомендую проделать вот такой вот фокус. Я приобрел в автомагазине разъемное соединение двухконтактное папа-мама. Взял влагозащищенный, хотя, в принципе, наверное, можно было бы взять обыкновенное. Разрезал заводской шнур, впаял туда вот это соединение. И теперь, когда мне нужно, я могу легко отсоединить вентилятор и присоединить его после того, как уже обслужил инкубатор. Пользуйтесь, на здоровье. По поводу брудера, что хочу сказать. Брудер у нас вот в эксплуатации уже 3-й день. И пока я почти всем доволен. Я доволен тем, как он греет. Кстати, вот надо включить подогрев, тут немножко отключил. Доволен, как он греет, то есть там индюшата носятся, как слоники угорелые, то есть такой топот стоит периодически, мы слышим за дверью. Они распределяются, вот как было задумано, по всей массе, то есть часть какая-то может лежать под лампочкой, под пятнышком, под этим, по привычке. Может, они к лампочке к самой жмутся, потому что там еще источник света. А какая-то часть вот так-то активно носится там, то есть ведет такой очень активный образ жизни. Они у нас освоили лук зеленый, потому что пока порадовать я их не могу одуванчиками, у нас погода такая неустойчивая, то снег выпадет, то опять снег. В общем, просыпаешься, сугробы лежат, в общем, апрель идет своим чередом. С одуванчиками напряг, приходится кормить лучком, подкармливать зеленый. Ну вот еще рожь посеяли здесь, такая деревенская домашняя гидропоника, надеемся прорастить им немножко зеленки, будем подкармливать.
Индюки у нас очень пьющие, то есть пьют баночка 0,6 литра, у них уходит, наверное, часа за полтора. Я уже заменил ее на 3-литровую. То, что они хорошо пьют, это признак, что они хорошо кушают. Кушают они действительно хорошо. И вот тут то, что я имел в виду под словом «почти доволен брудером». Дело в том, что вот эти щели у кормушек, которые я сделал, они у меня ничем не закрыты. Если на старых брудерах у меня там висели такие решеточки, сделанные из сетки с ячейкой 25 на 50 миллиметров, и туда можно было просунуть только голову, то есть цыпленок или индюшонок оттуда выпрыгнуть не мог. Это и было как бы целью, чтобы он не мог выпрыгнуть оттуда. Здесь я это проигнорировал, просто мне не хотелось резать сетку, которая у меня лежит как запасной вариант, вырезать из нее, отрезать вот эти вот полоски, да, потому что я знаю, что у меня 4 таких полоски лежат на старом адресе в Новгородской области, я их рано или поздно сюда привезу. Вот. Я просто сделал длинные борта высокие у кормушек, чтобы индюшонок, цыпленок не мог перепрыгнуть и упасть на пол. То есть выпрыгнуть они не могут, но тем не менее они туда могут забираться, ходят там, клюют, пасутся и, к сожалению, туда же ходят в туалет, что не есть хорошо, потому что другие особи это дело клюют, и у них могут начаться неприятности с пищеварением. То есть, скорее всего, я что-то, наверное, на днях предприму, чтобы это явление искоренить. Вот. Ну, а в дальнейшем просто привезу эти полосочки и исправлю эту ситуацию. А так, в целом, они довольно-таки бодрые, веселые ребята, как вы видите, да. И кушают хорошо, и носятся, в общем, набирают вес. У некоторых уже начали появляться такие вот эти маховые перышки белые. Вот. То есть, развитие идет нормально. Корм, по корму вот некоторых интересует, до месяца мы кормим обычно ПК-5 корм для бройлеров, после месяца, с месяца до двух мы кормим ПК-6. Потом уже по желанию можно перевести на свиной комбикорм, на корм для индеек, на корм для кур, то есть это уже у кого что под рукой подворачивается. Ну, кто-то там мастерит какие-то свои кормосмеси, это уже кому что удобнее. Относительно пропоек каких-то там, ничем не пропаиваем, кто-то там начинает, отродясь, сувать им марганцовку, там какие-то антибиотики, ну, как бы, я не знаю, друзья, мы вообще никогда вот этим, этой алхимией не занимались. То есть вот одуванчик, я по-прежнему настаиваю, это лучший и естественный природный антибиотик. То есть даем ему просто резанный одуванчик, максимум из добавок, что будем давать, это чектоник иногда, витамины. Все. На этом все пропойки заканчиваются. Больше зачем лечить здорового индюшонка, который вылез из стерильного яйца и сидит в новом брудере? Я не понимаю, в чем смысл вот этих всех пропоек. Ну, это так, в общем, лирика. То есть вот в данный момент, подытожим, да, 46 индюшат сидят в брудере и 40 яиц снова заложены в инкубатор. То есть через 28 дней, я думаю, мы встретимся с вами и уже с учетом вот этих вот наших корректировок и поправок посмотрим, какой будет вывод у той партии. Расскажем, покажем и, скорее всего, опишем режимы инкубации, с которыми мы, то есть у нас там как бы три таких будет основных периода ответственных инкубаций. Расскажем, покажем, что как было. Ну, а я с вами на этой ноте прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.